Поиски вертолета «Робинсон», упавшего в Телецкое озеро, вновь приостановлены. Спасатели приняли такое решение, чтобы провести техническое обслуживание оборудования. Отмечу, ранее поиски приостанавливали из-за неблагоприятных метеоусловий. По последним данным, на 25 февраля специалисты обследовали 800 тысяч квадратных метров дна с использованием глубоководных комплексов. Напомню, вертолет «Робинсон» упал в Телецкое озеро 12 февраля с 5 пассажирами на борту. Неисправность воздушного судна до сих пор остается одной из главных версий крушения. Также следствие рассматривает такие версии, как ошибка пилотирования и сложные погодные условия.